Этого милого пса зовут Хантер, и он Вельшкорги Пемброк. 25 ноября ему исполнится 3 года. К выбору заводчика подходили очень тщательно, ведь знать о происхождении щенка очень важно. Не стесняйтесь перед покупкой нанести несколько визитов к заводчику. Мы общались с заводчиками через интернет с помощью мессенджеров WhatsApp и Viber. Нам было важно видеть, что щенок ухожен и получает все необходимое для его развития. Защиту, тепло. Если у вас есть возможность, обязательно подъедьте к заводчику, чтобы посмотреть условия содержания, знать, как проходят первые недели жизни будущего члена вашей семьи. Многие заводчики сами настаивают на том, чтобы заранее познакомиться с покупателями их щенков. Щенок, который провел первые недели в семье с детьми или другими домашними питомцами и хорошо ладил с ними, позже не будет без причины пугаться людей, шума или других животных. Но будьте осторожны. Хорошо, когда все в меру, хорошего, как говорится, понемножку. Слишком частый контакт с детьми может быть сопряжен с неприятными впечатлениями и привести к совершенно противоположным последствиям – страху перед детьми и излишней чувствительности. Все щенки из помета должны выглядеть довольными и производить хорошее впечатление. Обращайте внимание и на взрослых собак, которые живут вместе с малышами. Пугливые или агрессивные животные, особенно если речь идет о матери, могут своим поведением оказать негативное влияние на щенка. Однако идеальное спокойствие и прежде всего отсутствие контакта с людьми тоже являются плохими предпосылками для превращения щенка в хорошего компаньона. Хорошо, если щенок проводит первые недели в окружении, которое максимально приближено к условиям жизни в его новой семье. Играя с одноплеменниками и однопометниками, щенок учится правильно вести себя с сородичами. Если вам было полезно видео, подпишитесь на наш блог в Яндекс.Дзен «Веселые Вельшкорги» и до новых встреч!